Программа «Дети асфальта» заявилась в эфир на сердце на початку студени, однако сегодня рейтинг программы один из самых высоких. Когда программа вышла в эфир, мы сами не ожидали, что через буквально там пару месяцев будет просто шквал звонков и море писем от телезрителей. Новини культурного життя, історичні екскурси, розповідь про людей, на яких ми просто обов'язані з вами звернути увагу. На адрес редакції поштовки приходять навіть заміжжя. Однажды к нам на электронную почту пришло письмо из Одессы. Человек, который жил здесь раньше, он бывший могилевчанин, а сейчас живет в Одессе, предложил нам свой старый фотоальбом городской, старые фотографии города. Благодаря именно этим фотографиям мы сделали несколько рубрик программы. Показали старый город. А долго ли приходится монтировать программу? А когда эфир? Зрозуміло, режисер Александр Хрыхалец жартует, частей это 6-8 годин монтажного часу, а бывает несколько дён, каб только одну из программ вы бачили у эфира. Мы не повары, які не едим то, что сами готовим, и разом с вами увечеры мыля экрана, уробим работу над помылками, разом с Романом Рункиным займаемся спортом, а он тем часом будуе планы. В следующий четверг корреспонденты про спорта побудут на настоящей тренировке по фехтованию. То есть вы будете фехтовать? Мы возьмем в руки шпаги, оденем шлемы и, как в старые добрые мушкетерские времена, покажем, что такое вид спорта еще развивается у нас в Могилевской области. И прокричите. И прокричим это. Эй, каналья! Мы не говорим про то, что не ведаем еще один девиз. Ведущая программы «Экстрим Серада» Наталья Ильинич вернулась из актуального интервью с керовником областного управления по надзвичайных ситуациях. Есть что сказать о наступной программе. Самое актуальное – это размеры, конечно, штрафов за неисправное печное отопление. Они вырастут? Они пока не вырастут, но они и так максимальные уже. 30 базовых величин – это, в общем-то, сейчас достаточно большая сумма. И что не день, то открытие, например, для Кристины Каранкевич, дарыши нового твару телеканала «Беларусь-1». На самом деле, я даже не представляла, когда я сюда приду, что здесь будет настолько интересно. И тут же просить пробошения, коли помыляется у эфира, вы ж памятаете. Я, как в известном фильме, не волшебник, но только учусь. Ближе до вечера говор с Миколай Каманцев, ближе и до раницы, бо работа над черговой программой «Ранишний канал» начинается большим за сутки. Треба не только с темы эфира вызначиться, а и домовиться, например, на контр-интервью с Миколаем Басковым, який хутка с концертом приедем в Могилев. Будет ли у нас все-таки Коля Басков? Ну, мы стараемся, но прикладываем все возможные и невозможные усилия. Будем рассчитывать на то, что все-таки Николай Басков будет на утреннем. И это только несколько хвилин життя телерадиокомпании «Могилев» сочите, так мовить, за программами телеканалов «Беларусь-1» и «Беларусь-2». Андрей Ястребов, Юрий Лбовников, «Новини регион».